поэтому вариантов нет, мы должны победить. Будем стараться, но шансы очень высоки. Соперники очень сильные. Австрия, Германия, Швейцария. Австрия. Австрия, Франция, Люксембург. Австрия, Германия. Еще. Посмотри. Я считаю, что все сильные на самом деле, все абсолютно разные стороны, и все гипер непредсказуемо, но здесь, как говорится, побеждает тот, кто вовремя умеет собраться и включить голову. Самый главный лайфхак – это стараться не волноваться и правильно настраивать себя на каждый день. Да, совершить можно меньше ошибок и сделать лучше. Но главное – следовать своей цели и выполнить все, то, что мы отрабатываем на тренировках. Перед тем, как выходить на площадку, я себе визуально черчу полоску, такую черту, за которую я должна перешагнуть, выключить все свои эмоции, все свои переживания, и все мои дрожащие руки, и нервы, и колотящиеся сердце должны остаться ровно за ней. Поэтому выдохнула и пошла работать. Сделать все вовремя и по плану, в свою силу. Они подготовлены рвать любого. Нужно собрать лучших ребят, лучших экспертов, получить немного мирового опыта вот оттуда и, соответственно, сделать хороший синтез, найти правильного участника, передать ему, ему все это замотивировать и дать возможность проявить. Благодаря такой хорошей команде у нас. Вы же русские, вы лучше всех. Подготовкой, команда у нас более, я думаю, собранная. В принципе, в целом, потому что мы кто? Россия. Такие трудолюбивые, потому что они целеустремленные, они упорные и всегда добиваются своей цели. Победы, медалей, чемпионов, быть лучше. Хотим пожелать всем удачи и терпения, по крайней мере, на первом дне. Дальше уже все получится. Вместе мы сильны. Только вперед, только к победе. Мы столько готовили ко всему этому. Я думаю, что каждый любит свою профессию, и даром он пришел в эту компетенцию. Поэтому кайфуйте, делайте то, что умеете, и все будет супер. Мы долго над этим работали, и мы хотим, чтобы это получило свой верный, закономерный результат. Самая реальная цель сейчас – взять золото на миграции. Идите за победу!